Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаю вас, долучайтеся до нашої програми. В студії працюють Олександр Паштенко та Елла Філоненко, а долучатись можна до ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя» і до нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. В області стартував тренінг «Робота мрії». Яка вона? Про це йдеться на офіційній сторінці громадської організації «Центр розвитку кар'єру професіонали». Чого, власне, вчитимуть слухачів і як відбуватиметься сам тренінг, про це ми поговоримо із засновником громадської організації «Центр розвитку кар'єри професіонали» Кирилом Дядя. Він сьогодні гість нашої студії. Пане Кирило, вітаємо вас. Добрий день. Пане Кирило, отож, невже, аби знайти роботу, одного бажання замало? Невже цього треба ще вчитися? Безусловно. Діло в тому, що поиск роботи – це теж навик, який потрібно розвивати. Когда люди сталкиваются с тем, что они там 5-7 лет не искали работу, по вполне объективным причинам, да, они этот навык утрачивают. И это, безусловно, не призыв все время менять на работу, но тем не менее, этот навык всегда нужно поддерживать. Так вот, наш тренинг как раз и направлен на то, чтобы этот навык либо прокачать, либо возобновить какие-то данные, возобновить какие-то моменты. И в целом, чтобы люди могли очень оперативно и актуально искать себе работу. Знали, какие подводные камни сейчас есть в новых современных, в новых реалиях жизни, и все к этому. Чи потрібна таким людям психологічна допомога? Здесь нельзя сказать однозначно да или нет. Есть случаи, когда нужна и психологическая помощь, но есть и достаточно пройти вот такой вот достаточно непродолжительный тренинг для того, чтобы человек увидел, какие ошибки он допускает при поиске работы, и этого достаточно, чтобы человек нашел себе работу мечты. Робота – джерело матеріальної і такої душевної рівноваги, яка має приносити і задоволення, і в той же час гроші. Робота мрії, на вашу думку, яка вона? Это как раз симбиоз, когда эта работа приносит и удовольствие, и приносит тебе достаточно денег, чтобы содержать себя, свою семью и удовлетворять свои потребности. С чего варто починати пошук цієї роботи? Тут самое первое, как раз вы сказали про желание, да, во-первых, нужно понять, чего ты хочешь, какую работу ты желаешь, потому что я сталкиваюсь по своей деятельности с тем, что очень часто люди хотят, например, не передвигаться, то есть работу, связанную вот с офисом. Проходит 2-3 года работы в офисе, и они понимают, что они от этой работы они задыхаются. То есть для них этот офис превращается в такую в клетку. И наоборот, ситуацию, когда люди, например, работают там торговыми представителями, то есть они все время где-то в дороге, где-то в пути, в поиске новых клиентов, и они от этого тоже начинают уставать, да, и вот они уже потом говорят, да нет, мне бы уже что-нибудь вот при офисе, чтобы я пришел на 9, вот там сел за свое рабочее место и работал, вот никуда не перемещаясь. И вот это вот момент, когда, чтобы человек сам понял для себя, чего он хочет, и я скажу больше, что это нормально менять вот эту вот сферу деятельности, то есть активную на более пассивную и наоборот. Это абсолютно нормально. То есть люди должны к этому абсолютно адекватно относиться. Это вот к моменту психологии, да, то есть что ничего страшного в этом нет. В Европе, я вам скажу, больше нормально менять работу каждые 2-3 года. Хотя у нас есть такой стереотип о том, что там люди приходят на рабочее место и работают там 30 лет, 40 лет на одном рабочем месте, никуда не уходят. Да, есть такие примеры. Но есть такие примеры и у нас, да. Вот, но в большинстве своем случаев вот работу нужно чередовать, да, то есть вот активная, пассивная, для того, чтобы у человека вот не было вот этого вот привыкания и профессионального выгорания, именно вот с точки зрения там и физической активности, и психологической, потому что и пассивная активная работа, она предполагает определенную активность, да, вот и психологическую, то есть, соответственно, когда ты работаешь активно, как говорят на сленге, в поле, то есть у тебя совсем другая манера общения с клиентами, и наоборот, то есть когда ты в офисе,
опять же, ти більш такий лояльний, толерантний, ну, зачастую. Саме про ці моменти, я так розумію, і будете говорити і розповідати на тренінгах. Давайте повернемося до тренінгу. Коли він стартував, в яких районах він відбувається? І він відбувається не лише, я так розумію, в Україні, ой, не лише в області нашій, а взагалом по всій Україні. Тут нужно начать как бы с предыстории, да, этого тренинга. Это проект, который реализует наша организация совместно с Фондом профессионального развития Харькова при поддержке Украинского фонда социальных инвестиций. Украинский фонд социальных инвестиций выбирает определенные вакансии для поддержки социальных каких-то инфраструктурных предметов, элементов. Это могут быть это больницы, это могут быть какие-то школы, детские садики. И сейчас вот в тех локациях, о которых мы говорим про Запорожскую область, это Камыш-Заря, это Гуляйполе и это Мелитополь, за счет фонда украинских социальных инвестиций производится обустройство нескольких помещений для проживания внутренне перемещенных лиц. И фонд в свое время столкнулся с тем, что жилье строится, но люди не хотят в нем жить, потому что хотят поменять место жительства ввиду того, что нету работы, либо не могут ее найти. И они запустили параллельно вот такой вот целый проект, который называется «Гидна праця». Вот, не знаю, он не переводится, наверное, на русский язык. Да? «Гидна праця». Вот, он был в 2018 году запущен. Это уже вторая волна в 2020. Мы получили замечательные, скажем так, результаты по предыдущему проекту, где мы не просто людей обучали на тренинге, как найти себе работу, как написать резюме, как пройти собеседование. Мы еще и за счет донора смогли несколько людей, несколько участников обучить вот тем профессиям, которые действительно на сегодняшний день им были важны, нужны. И, то есть, затребования на рынку праці, да, скажем так. Да, то есть эти люди фактически сразу после окончания этих курсов были трудоустроены, либо смогли начать свой бизнес по, там, например, там, по косметологии, да, то есть там татуаж бровей, я в этом не силен, но тем не менее. То есть человек смог сам начать сам зарабатывать себе деньги на свою жизнь, там, для своей семьи. На той территории, где он проживает. Где он проживает, да, да, безусловно. Вот, и поэтому благодаря этому проекту сейчас мы тоже планируем, что несколько участников, пройдя курсы по планированию карьеры, вот, по поиску своей работы мечты, смогут пройти вот такие же курсы. Курсы могут быть самые разные, которые можно предоставить вот в рамках Запорожской, Харьковской, Днепропетровской области. То есть онлайн, офлайн, мы сейчас рассматриваем все варианты, учитывая ситуацию. Поэтому вот так вот. Якщо повертаючись до Запорізького регіону, Гуляйполе, Мелітополь і Комиш-Зорянської ОТГ, чому саме ці три населених пункти? Я вже об этом говорив, тому що іменно в цих локаціях є, скажімо так, ведеться робота по налаженню вот цієї соціальної інфраструктури. А на інших територіях немає? Практически у UFC вот те локации, которые поддерживают, они, скажем так, и работают по этим локациям. В прошлой гидной праце мы работали еще по Токмацкой, сейчас уже ОТГ, да? Вот сейчас было принято решение, что мы поменяли Токмацкую на Гуляйпольскую. Это было решение доноров, то есть мы с этим смирились, как говорится. Додавати ще якісь населені пункти плануєте? На даному етапі ні, то есть будем смотреть по результатам того, как эта гіднопраця 2020 закончиться. Результати, власне, ви вже зазначали за попередні роки. Які це результати були? Про що ви говорили? По результатам 2018 года у нас пройшло обучення порядка 130-140 людей і порядка 20 человек получили профессиональные курсы, которые мы оплатили, соответственно, за счет донора. И эти люди по сей день, насколько мне известно, работают. И, для людей эти тренинги абсолютно безкоштовні. Да, безусловно. Хто може долучитися? Чи є якісь вікові обмеження? Як загалом проходить відбір учасників на тренінг? На самом деле у нас в Украине есть такая формулировка, да, социально незахищенные верствы, и вот эта вот формулировка, она везде присутствует, и сейчас мы в данном случае тоже отталкиваемся именно от этого, социально незащищенные слои населения. И основной, конечно же, основной месседж, да, идет, это, конечно же, переселенцы, потому что для них строится жилье, вот, и донор
заинтересован в том, чтобы переселенцы уже оставались, вот, налаживали свой быт именно в том месте, где они сейчас находятся, не думали куда-то переезжать, менять место жительства, поэтому вот таким вот образом. Вековая категория людей? Мы проводим тренинги у нас по двум направлениям. Это первое направление – это молодежь, то есть старшеклассники и молодежь, то есть это от, скажем так, от 11 класса и до 35. И вторая категория – это 35+, то есть у нас здесь нет ограничений, нас ни в чем не ограничивали. Потому что, на самом деле, учитывая все реформы и т.д. и т.п., люди в 57 нуждаются в работе и в 60 нуждаются в работе, потому что не получили пенсию, либо им недостаточно средств для существования. Вот. По молодежи… По молодежи ситуация сложилась следующим образом. Почему? Потому что очень часто молодые люди не в состоянии оплачивать, например, высшее учебное образование, какой-то высший учебный вуз. И поэтому им приходится выбирать не то, что им хочется, да, а то, что вот, говорится, предлагается, и это не всегда соответствует их желаниям. Поэтому мы взяли эту категорию и работаем с молодежью для того, чтобы мы могли, во-первых, дать им новые ориентиры на современные профессии, на те профессии, которые будут, допустим, актуальны или, может быть, даже появятся в следующие там, 2-3-5 лет. А сейчас, учитывая развитие интернет-технологий, таких профессий очень много. И, скажем так, зачастую мы сталкиваемся с тем, что для современных профессий не нужно там 5 лет учиться, а достаточно 3-4 месяца, иногда полгода, и человек уже может получить современную профессию и зарабатывать достаточно актуальные деньги на сегодняшний день. Ваши тренинги сколько будут тривати? Для молодежи у нас тренинг 4-часовый. Вот для людей более возрастной категории это 2 дня по 4 часа, то есть всего 8 часов. Для молоді вже відбулися тренінги? В Мелітополі у нас пройшли тренінги для молодежи, в Камышзаре и в Гуляйполе еще будут в начале ноября. Ну, все упирается в ситуацию с коронавирусом, то есть, вони будуть проходити офлайн чи онлайн, все залежить від тієї ситуації, яка буде на той момент. Якщо буде проходити офлайн, то будуть виїжджати ваші працівники громадської організації і надавати роз'яснення щодо тих чи інших питань? Ні. Как докладнейше расскажите? Я очень благодарен Украинскому фонду социальных инвестиций за то, что они этот проект придумали совсем в другом ракурсе. Одним из первых этапов этого проекта это как раз было обучение людей, которые на местах как раз и будут проводить эти тренинги. В данном случае наша организация, она больше как организатор выступает, да, и ментор в этом проекте. Люди, которые в этих громадах проживают, то есть Гуляйполе, Камышзарянска, ОТГ, Мелітополь, они проживают, они там постоянно находятся. То есть мы обучили с помощью ресурсов Фонда профессионального развития Харькова, мы их обучили вот этим вот навыкам, как людей обучать писать резюме, проходить собеседование, искать работу, да, то есть это тоже, ну, такой нормальный пласт работы, и мы их обучили, и они теперь эти знания передают уже дальше безработным, дальше молодежи, и это позволяет нам не ездить каждый раз, да, там, вести тренеров там из Запорожья или из Харькова или из Днепропетровска, из Днепра, извиняюсь, вот, а люди на местах могут проводить эти тренинги, и, собственно, при поддержке местных властей они эти тренинги могут буквально там каждую неделю проводить, и у них есть сейчас все инструменты тренера, фасилитатора для того, чтобы это делать. Ось через такую систему не снижается якість тренингов? Ну, для этого мы и работаем, мы оказываем менторскую поддержку, то есть первые, так сказать, пилотные тренинги, мы обязательно к ним приезжаем, мы обязательно присутствуем полностью на протяжении всего тренинга, чтобы где-то подсказать, где-то, возможно, перенаправить. Ну, пока по результатам все замечательно. Профнавчання обмежується лише такими стандартними напрямками і курсами, чи все ж таки враховують потреби ринку певного регіону, там, де відбуваються ці тренінги? А здесь надо говорить о двух, как бы, направлениях. С одной стороны, мы, безусловно, учитываем желание самих участников и участниц пройти какие-то курсы, да, профессиональные. С другой стороны, одним из этапов этого проекта
есть встреча с работодателями, которые непосредственно на местах, да, безусловно, которые готовы как раз брать людей на работу, у которых есть открытые вакансии. И то есть мы хотим, чтобы вот эти вот пазлы сложились. С одной стороны, те люди, которые хотят получить новую работу, получить новую профессию, и с другой стороны, те работодатели, которым нужны вот эти вот кадры, да, вот это вот ресурсы человеческие. Поэтому после прохождения курса, проведения тренингов, прохождения, мы собираем от них пожелания, то есть они пишут мотивацию, мотивационный лист, где они указывают, что я хочу обучиться такому-то, такому-то курсу для того, что это мне позволит там, либо самому на себя работать, либо я уже знаю, кто меня возьмет на работу, но в связи с тем, что я не владею этими навыками, меня не могут взять на работу. Вот. После этого мы проводим круглые столы с работодателями, где мы выясняем все-таки, а кто же им нужен, то есть им нужны водители, или им нужны там, оценщики недвижимости, или им нужны страховые агенты, или им нужны интернет-маркетологи. И уже после этого мы совмещаем этот пазл и стараемся, чтобы было вот и участникам, участницам хорошо, и работодателям можно было закрыть свої вакансії актуальні. У нас, до речі, є коментар з приводу актуальних професій. Так, це коментар Ольги Тараканової, начальника відділу організаційної інформаційної роботи та архівної справи Запорізького обласного центру зайнятості. Давайте послухаємо його про затребувані спеціальності на ринку праці. Не секрет, молодь обирає професію модну, яку запропонували батьки, а потім, коли стикається з ринком праці, розуміє, що, мабуть, ця професія не затребувана або не володіє тими навиками, щоб володіти цією професією досконало. І людина приходить до служби зайнятості, проходить перекваліфікацію, і нерідкі випадки, коли, отримавши вищу освіту, людина получає професію і працює по душі. А якщо говорити, які професії отримують за сприяння служби зайнятості люди найактуальніші, і які затребувані на ринку праці Запорізького регіону, то це адміністратор, верстатник, електрогазозварник, електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання, кондитер, косметик, кухар, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, перукар, продавець, люсар, тракторист. Це найзатребуваніші професії, які отримують безробітні за сприяння служби зайнятості. Але навчання відбувається і за більш рідкісними професіями, які можна володіти в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Наприклад, пресувальник, вулканізатор, сировар, тісторуб, виноградар. Це був коментар Ольги Тараканової, начальника відділу організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького обласного центру зайнятості щодо затребуваності спеціальності на ринку праці. Пане Кирило, коли ви відбирали території для проведення цих тренінгів, чи орієнтувалися на ситуацію з безробіттям в цих територіях і затребуваність професій? І, власне, які затребувані професії на тих територіях, де проходять тренінги? Дело в том, что здесь нужно говорить об актуальности в целом профессии. И если мы говорим про те территории, в которых проводятся тренинги и будет проходить профкурсы, то это как раз более прикладные профессии, которые, например, парикмахер, это, например, косметолог. И мы отталкивались вот от этих вот прикладных профессий. Вот. Но, безусловно, не ограничивая, я точно знаю, у нас несколько ребят, которые из Мелитополя подали свои мотивационные листы на то, чтобы пройти основы бизнеса. Хотя, казалось бы, на сегодняшний день, да, уже таких курсов было, во-первых, много проведено и много в онлайне есть, но, тем не менее, ребята хотят открывать уже вот будучи молодыми, уже хотят работать сами на себя, і це похвально. Ви на початку програми зазначили, що робота, ось мрія, це, звісно, коли ти займаєшся улюбленою справою і отримуєш чималеньку суму. Насправді це можливо в нашому регіоні? Я думаю, що це можливо. Я знаю людей, які отримують достатньо, щоб там удовлетворити свої потреби. Але, з іншої сторони, тут дуже важливий момент, наскільки вам комфортно жити тут. В той локации, где вы проживаете. То есть, и очень часто, когда люди начинают достойно зарабатывать, они начинают хотеть лучше отдыхать, более качественно, более ярко. И от этого вот тоже
если дать, грубо говоря, большую зарплату, да, то человек сразу начинает уже хотеть отдохнуть не где-то в Мелитополе, а поехать в Киев. Можливо, переїхати до Києва. Да, і, власне, да. Це міграція починається наших вже робітників. Так, да, і поэтому тут теж потрібно держати руку на пульсі і, соответственно, держать, контролювати, так сказати, доходи в хорошому сенсі цього слова, тобто доходну частину, так сказати, своїх робітників. Ви зазначили, що молодь інколи приходить і з таким бажанням відкрити вже свою власну справу. Як ви допомагаєте їм на цьому етапі? Чи розробляєте з ними бізнес-план? Можливо, долучаєте якихось інших спеціалістів? Наскільки ці тренінги допомагають дійсно відкрити підприємницьку діяльність? По моїй практиці личної, по поводу проведення тренінгів по бізнес-планіруванню, порядка 10% от тих, хто проходять такі тренінги, не просто пишуть бізнес-план, а подають їх на різні фонди, на різні государственні, негосударственні організації і отримують фінансування на відкриття своїх бізнес-справ, скажімо так, своих бизнесов, да, вот, если мы говорим про Мелитополь очень креативный, который постоянно развивается, там очень много людей, которые действительно задействованы, которые хотят открывать вот свой микробизнес, и здесь, ну, вот так вот. Ви зазначили, що на ваших тренінгах також можуть взяти участь і люди, які, власне, хочуть змінити професію. Який відсоток з охочих, які приходять до вас на тренінги, з тих, хто хочуть змінити? Да, этот процент, он небольшой, но есть, ну, давайте будем говорить, это до 20% людей, которые действительно сегодня работают, у них есть официальное, постоянное рабочее место, вот, но они действительно задумались о том, что это место их по каким-то причинам не устраивает. А які причини? Більшість причин – це фінансова сторона? Первая – это фінансова сторона, и вторая – это, возможно, условия труда. Опять же, в хорошем смысле слова. Почему? Потому что если человек, например, работает в магазине с определенным графиком работы, а у него есть, например, дети, у него есть еще какие-то обязательства там по дому или по каким-то другим причинам, то есть он не может полностью отдаваться вот этой работе, и ему, ну, либо надо раньше уходить с работы, либо позже приходить на рабочее место. И в этом вот начинаются проблемы уже с работодателем. Так что вот это вторая причина, скажем так, после финансовой. На вашу думку, можливо, треба влаштовувати тренінги для керівників підприємств, щоб вони розуміли всю ситуацію своїх робітників? Я вообще считаю, что нужно постоянно работать с работодателями. Почему? Потому что, к сожалению, с ними мало работают вот в сфере, я бы сказал, толерантности к работникам. Почему? Потому что их зачастую тренируют, как развивать бизнес, как писать стратегии, мотивации, но вот как относиться к своим работникам, очень мало об этом говорят. Говорят про мотивацию работников, да, к тому, чтобы дальше, быстрее, сильнее, больше. Но вот к тому, чтобы быть толерантным к работнику, вот об этом мало говорят. И я думаю, что это одно из направлений, с которым нужно работать. Это раз. И с другой стороны, как раз в рамках этого проекта, который мы сейчас реализовываем, мы будем с работодателями говорить о трудоустройстве непосредственно переселенцев, потому что благодаря государственным программам у них есть ряд привилегий по отношению к финансовой дисциплине, то есть работодатели, которые трудоустраивают переселенцев, они имеют льготы и, скажем так, финансово достаточно привлекательные. Поэтому мы будем об этом говорить и рассказывать на круглых столах. Возможно, будут какие-то дополнительные мероприятия для работодателей, для того, чтобы они не боялись, во-первых, трудоустраивать переселенцев, ввиду того, что я его сегодня трудоустрою, а он завтра уедет, и уволится и уедет от меня. Да? То есть вот это раз. И с другой стороны, о том, что переселенцы – это такие же люди, как и все остальные. То есть никогда никакому работодателю никто не даст гарантию о том, что этот человек не уволится по каким-то причинам, по своим там субъективным причинам. У нас залишається 20 секунд. Скажіть, будь ласка, на тренінгах піднімаєте питання щодо юридичних ось проблем, які виникають у працівників? Жаль, в этом тренинге этот аспект, он как-то не заложен, но ввиду того, что, наверное, тренера все-таки не владеют юридическими какими-то знаниями, базисами. Вот. Но спасибо вам большое за этот комментарий. Мы об этом подумаем, то есть, возможно, мы добавим этот элемент.
Ну що ж, друзі, ось так сьогодні ми дізнавалися, як можна підвищити свою кваліфікацію, можливо, подивитися в майбутнє і змінити щось в своєму житті. Ми говорили сьогодні із засновником громадської організації «Центру розвитку кар'єри професіонала» Кирилом Дядя про тренінг, який проводиться, власне, громадська організація по області. Він має назву «Робота мрії. Яка вона?». В студії працювали Олександр Пашненко, Елла Філоненко. Почуємось і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».